О! Всем чики-бам-бони, смотрим выступление Полины Гагариной. Шоу. Шоу I'm Singing. 2K19. Начинаем. В общем, дерзость на максимум, стервозность. В общем, виден настрой, да? Во-первых, уровень такого дерзости, брутальности, да, красный свет, страсть. Красный свет как раз и подчеркивает всю эту вот дерзость, воздвигает в абсолют. Лицо Полины Гагариной, оно пылает уверенностью. Зрители в предвкушении, вот танцоры тоже очень брутальные. Они что, почти стриптиз, короче, будет. А. Поехали. Пауза, отлично. Саспенс. Хореография тут важную роль играет. Она зажжёт. Давай! В общем, она интенсивно украшает все это дело. Различные интонации. Все круто, динамично, да. Но скоро, я думаю, будет припев какой-нибудь, да, взрывной. Там будет дикий танц. Сейчас еще так, знаете, расслабленное что-то. Все, парни пока отдыхают. Вот сюда гармонирует. Вау, отлично. О-о-о. Погружение в воду прям, да и тишина такая. Круто. Это круто. Просто слушая музыку, мы слышим, как все идет к какому-то взрыву. Все разминаются, потому что будет жесткий движ. И в зале тоже начинает разминаться, чтобы потом... Ничего не болело. В общем, вау. О! Вот это хорошо! О! Ну вот, все, это пошло. Жара. Yes! Как вот интенсивно она выделяет прям вау. Круто. С паузами работает тоже отлично. В общем, почувствовала всю сцену, обошла все, да. В этот раз она реально прожила песню. Не в плане там эмоций, да. Она просто выжила после этой песни. Ведь у нее травма какая-то с ногой, и поэтому танцевать в таком активном темпе, это очень дорого стоит. То есть мы видим ее решимость. Посмотрите на ее взгляд, да, вы видите уже решимость. Это огонь, да, блеск. Но она еще, видите, и танцует. Причем не просто тут хореография прям серьезно такая. Активность жесткая. И она выполняет все. А потом будет страдать. Поэтому виден ее настрой. Она готова реально идти вот через все, что ей приготовит. Шоу.
шоу. И молодец, да, кстати. В принципе, она могла и пропустить этот тур в прошлом сезоне. Джесси Джей как бы один тур она пропустила по болезни. Ну, в общем, решимость видна. Непоколебимость. Русский дух, да. Ну вообще все жестко. Хореографически прекрасно все. Фигурки. Бэк-вокал, все звучит вау-вау-вау. Она вам всем прям говорит, давайте вместе с нами. О, свет, свет, дополнил. О. Нотки тянет просто продолжительно. Мощно прям. Ну, сила еще, уверенность еще и в голосе. Жесткая, сильная такая. Неистовая сила такая. Которую не унять даже травме. Ну все, вся эта энергия даже через экран уже передается. Это уже респектули. О! То есть выкрики, они отлично дополняют. В плане энергии, да, они прям врываются. О-о-о-о-о! Мелизмы, да, эти украшения. Ух, как красиво, ну красиво. Прям, можно скрин сделать. Ну, круто. Прям взрыв. Песня, кажется, о любви. Как она смогла это подать, да. Вау-эффект. И песня как бы о любви, да. И то есть она как бы решила все-таки спеть ее. И то есть этим самым она показала такую силу любви, наверное, к мужу, да, поэтому он должен вообще гордиться, да. Добра, позитива. Чики вам будет.